Россия – самая большая страна на планете. А чем больше страна, тем больше проблем. В Якутске у нас жалобы на здоровье. Еще в постели проблемы. В Екатеринбурге – не лады с законом. Я к вам со всем уважением, но невиновного человека на Новый год в обезьяне. В Уфе – трудности с женихами. А Калининград готовит аферу вообще национального масштаба. Моя подруга Варя всем сказала, что ее папа президент. Чего? Это и есть мой отец. И что же нам теперь делать? Есть теория шести рукопожатий. Все люди на Земле знакомы через шесть человек. Круто. Объединить Калининград, Красноярск, Уфу, Екатеринбург, Якутск, а также Казань, Пермь, Новосибирск, Петербург и Москву. Чтобы все изменить... Милиционером стал. Сменить профессию. Спокойно, милиция, милиция! А говорили наоборот. Уничтожить соперника. Она со мной будет! Да нахрен ты есть! Обогнать время и два раза встретить Новый год. Извините, пожалуйста. Освоить новую трассу. Умерла? Похитить звезду. Остановите немедленно. И всем вместе добраться до президента. Дорогие друзья. Но, как говорит капитан Синицын... Чудес не бывает! Шесть рук, да? Запомните и передайте по цепочке. Они не отступят. Никогда не поздно все исправить. С 16 декабря во всех кинотеатрах страны начинаются... Ёлки. С новым фильмом. Капот с балкона принесешь? Конечно.